13 июня 2022 года. Тут у нас находится ранняя капуста Conqueror от Бея. Капуста находится вот в таком состоянии. У нас получается 2 недели с момента высадки рассады. Капусту уже обработали, потравили. Перед высадкой промачиваем все кассеты в октаре. Капуста, вот видно, уже начинает формирование кочана потихоньку. Вчера проводили культивацию. Трава еще немного осталась, особенно возле шланга. Так ничего подчистили. Конкерера у нас тут немного. 10 рядков всего лишь посажено. Полполя прокультивировали. Завтра пойдем дальше культивировать. Сегодня у нас был дождик, немного подмочил, неохота по мокрой земле культивировать, трава будет приживаться. Вот получается у нас ранняя капуста, и вот дальше пошла поздняя. Также 2 недели с момента высадки, поздняя капуста у нас Лагрима от Рейкцван. Также все промачивается в октаре и высаживается. Ходил по полю, смотрел, моли летает достаточно, но на капусте моли нету, как бы чистая. Может, где-то и начинают есть, но сразу дохнут. Одну гусеницу пока мест только нашел. Такая вот красивая капустка у нас. Это Лагрима на хранение, 130-дневка. Посажена она у нас примерно 45 сантиметров в шахматном порядке. Одна капельная лента на мульче. Растет хорошо. Чувствует себя хорошо. Поливаем через день. Сначала поливаем тот участок, потом поливаем этот участок. Грядка у нас получается 420 метров, ширина 80 или 89, точно не помню. И вот по длине один шланг, и вот там вдали виднеется, вон он синий, второй шланг. На два участка разделили и поливаем. Там с той стороны еще высаживаем капусту, девчонки садят. Там садим циклон от Бея, 100-дневка, также капуста на хранение. Ну, на той грядке посадили картошку. Вот такие вот у нас делишки на сегодня, на 13 июня 2022 года. Пока ничем капусту не кормили, кормить как бы пока не собираемся. Возможно, карбамидом побрызгаем, но чуть позже. Через 3-5 дней примерно будем обрабатывать. Обрабатывать будем, проклеим фит и добавим туда, наверное, децис. Нет, децис не добавим, добавим шарпей. Это циплометрин от август. Всем хороших урожаев, хорошей цены на вашу продукцию. Подписываемся на канал, ставим лайки. Побольше комментариев буду снимать. Буду снимать также по картошке, по опрыскиванию, по всему, что происходит на поле. Также буду снимать строительство нашей теплицы. Всем пока!